treneri turbūt visai kitokios kokybės negu prieš keletą dienų Klaipėdoje. Сегодня вообще другая игра, чем в Клайпеде. Что думаете? Да, конечно, но в Клайпеде, к сожалению, мы пропустили быстрый гол, да, и не реализовали те моменты, которые мы создавали, да. Клайпедой проляетом грейты иварты, и патис дея негалем реализует прогу, которую сосекурем. Вот, но сегодня мы действовали организованно и собрано 90 минут. А сегодня организовано и жидем в СС 90 минут. И, соответственно, это и победа, это забитые мячи и создание голевых моментов, которые мы, к сожалению, не реализовали. Вот, но команда, ребята молодцы, потому что мы одинаково все вместе думали на поле, да, и вот эта целостность, она по содержанию показала такой хороший, качественный футбол. Команда шаунули, как все мастер венодой, все будем как венес, это сподеяло сумушти риварчес и курить китос и вартинус моментус. Как сварбу было sumušti tuos greitus įvarčius ir pirmiem išeiti į priekį. Što dalo eti zabyti į mečią samom načelę? Nu, kak dalė, ani zabyti į mečį, eto plody ir trūt visai komandai. Ir, естественно, ani spasobstvali komandai именно сохранение концентрации и понимали, что нужно двигаться в том же направлении. Мышцы ворчит и радар был результат, а сырье это все глядит до лингве ушли кит концентрация то ли с ней и гой. А рунтиню побегая Тианас был еще с пряж варжову вартенинка галео ты крайне ли ты пардаема белел мачо кальбео су Тену и пакейтас. Ты говорил о этом моменте, или просто? Этот момент в конце игры, когда Тен не отдал паса, сам вздумал закончить атаку. После этого вы разговаривали с Теном о том же моменте или нет? Да, я говорил о том же моменте, вот, потому что мы... Безусловно, там необходимо отдавать пас, да, отдавать пас, и Стачкуна забивает пустые ворота. Это эмоции. Эмоции. Футболист хотел проявить себя ему хотелось забить гол. Это плюс. Желание забить гол постоянно, это плюс огромный. Но надо все равно контролировать свои эмоции. И каждый из нас работает на команду. И мы работаем командой. Если, безусловно, выгоднее, более выгодная позиция, то нужно отдавать передачу. Taip, mes kalbėjom apie tą momentą, jei būtų atliktas perdavimas točku, nu, jis atiščius vartus būtų mušęs dar vieną įvartį, bet tai yra emocija, aišku, gerai, kai žaidėjas nori mušti įvartį kiekvienose rungtynėse, tačiau ta emocija negali imti viršaus. Na ir dabar rinktinių pertrauka šiais komandai naudą ir visai nereikalinga šiuo metu. Этот перерыв лучше, чем он есть, или лучше, что его не было? Мы продолжаем готовиться в таком же режиме, да, и это, знаете, для нас хорошо, что у нас мы надеемся, да, на восстановление наших травмированных футболистов и больных. Вот, это безусловно плюс, а режим, он будет такой же режим работы, потому что у нас намечена игра контрольная, вот, и ну, все будет точно так же. Режим будет так же, как сыра, никто не сикейст, плюс сыра то, что будет возможность изгить сергантам и посирожить травмотам, добро жидеям. Зато сужаем дар драгишкас рангтинес, то... Viskas eis tuo pačiu ritmu. Atsūstvė zborninkav tolka, da? Nu, tož, įgraki jau įdus zborninį nacionalinį komandį. Vot, konečno, nam nebūt įkvatat, no, nie atstavot čiai strany, dėl nas to očin važno.
žinai, uspėjo. Aišku, nebus žaidėjų, kurie iškvesti rinktinę, mums jų trūks, bet klubui yra garbė, kada klubo žaidėjai žaidžia už šalį. Spasibo. Spasibo.